13 декабря на Идживанско-Газахском участке границы состоялся обмен задержанными военнослужащими между Арменией и Азербайджаном. В ходе процесса были освобождены двое военнослужащих Азербайджана – Гусейн Ахундов и Акшин Бабиров. «Все хорошо. Слава Аллаху! Да здравствует наша Родина! Да здравствует Азербайджан! С моим здоровьем все в порядке!» Акшин Бабиров сказал, что был готов, как и все военнослужащие азербайджанской армии, отдать жизнь за родину. Он также сказал, что был уверен, что государство обязательно сделает все, чтобы вернуть их на родину. Напомним, что военнослужащие азербайджанской армии Гусейн Ахундов и Акшин Бабиров в начале апреля оказались на территории Армении, заблудившись из-за плохой погоды и ограниченной видимости. 17 апреля Акшин Бабиров и Гусейн Ахундов были арестованы по обвинению в незаконном переходе границы Армении и хранении оружия. А 18 апреля Гусейна Ахундова обвинили в убийстве по мотивам национальной вражды. 21 июня суд приговорил его к 20 годам лишения свободы, однако в начале декабря приговор был заменен на пожизненное заключение. И вот сегодня наши ребята вернулись домой. Это стало возможным благодаря проведенным между администрацией президента Азербайджана и аппаратом премьер-министра Армении переговорам, итогом которых стало совместное заявление от 7 декабря. Руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, была достигнута договоренность об освобождении Азербайджаном 32 лиц армянского происхождения, а Армении – двух азербайджанских военнослужащих. Подчеркнем, что в список военнослужащих, подлежащих обмену в рамках договоренности, не включены карабахские сепаратисты.